Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс, мы продолжаем проходить Assassin's Creed Rogue. В конце прошлой серии мы попали, собственно, в Нью-Йорк, и как вы можете заметить на своих экранах, я открыл все товары, поделал все квесты, которые мог. Ну вот, пособирал немножко сундучков, немножко поулучшал строение, и прибыль... В час у меня 3740. По баблу у меня все нормально, но, к сожалению, ресурсов, как вы видите, на мизере. В море я выйти пока не могу, потому что там квест. А квесты я уже буду проходить с вами. Еще хотелось бы вам показать флот Кормака. Это нечто похожее на меню братства в Assassin's Creed Brotherhood. Или Revelations, там, по-моему, тоже было. Насчет Black Flag не помню, потому что я там не залипал особо в эти дела. Ну вот, как видите, тут есть счетчик заданий. И постепенно на каких-то континентах мы должны их выполнять. У нас есть несколько кораблей. Я думаю, эти корабли будут пополняться путем, наверное, захвата их. Теперь добавится еще одно поле, когда мы будем брать корабль на абордаж. Надо будет взять себе несколько бригов. Вот. Ну, собственно, выбираем задание, отправляем корабль на какое-то время. Вот, и также с остальными поступаем, в принципе. Как вы видели, там шанс на успех. Брест. Да, отправлю бриг. Сюда. Не могу никого отправить. Нет у меня больше корабликов. Собственно, по оружию. По оружию у меня пистолет капитана, по-моему, как-то так. Сейчас посмотрим даже. А, нет, адмиральский пистолет. То есть он такой же по характеристикам, как пистолеты королевы Анны, просто вот такой вот он красивый. Разблокируется при выполнении квестов форта. Флота, пардонте. Ну и как видите, у меня сабля. Я почти сразу же ее купил. То есть она там 16 тысяч, по-моему, стоила. С учетом того, что деньги идут очень и очень быстро. Во благо того, что я улучшил все-таки город. Не все, конечно, но что смог, то улучшил. И доход неплохой. Также в этом городе огромное количество ассасинов, которые постоянно норовят вас прищучить, но это ерунда, если наловчишься их убивать. Ну что ж, отправляемся в плавание. Капитан? Ривервейл. Погнали. Я в Нью-Йорке не выполнил только один квест. Там перехват задания. Вот, но у меня его банально нет. То есть я выполнил все, кроме одного. Там в прибрежной зоне. Ну да ладно, я думаю, он откроется попозже. То есть, собственно, все новшества. А, да, я еще закрафтил себе последнюю рубашку. То есть все 4 рубашки у меня есть. Здоровье у шея Кормака теперь полное. Полковник ждет в Олбани. Интересно, что еще он для нас придумал? Нас? Я думал, ты хотел просто встретиться с Монро, а не в армию меня записать. Так и есть, Шей. Но мне близки его идеалы. Я за их реализацию. И какие же идеалы? Шхуна. Сильные границы, богатые фермеры, торговля. Развалим. Нам это очень нужно.
какая-то высокопарная утопия. Пусть так. Дерево, металл, камень. Полковник Монро интересный человек. И, безусловно, Форт. Достойный. Дело дрянь. Плывем в Олбани. А потом... А Брик захватим. Отлично. Полный вперед! Сейчас врежемся! Вражеский корабль, похоже, шхуна, судя по всему. Пли! Ну, приказали, дайте мне лучшее место Пли! Для залпа. Нас попали. Ясны вражеские патрули, капитан. Огонь! Огонь! Зал! Взялись! Пли! Слабое место. Надо биться. Да, так и... Огонь! Прикажете на абордаж, сэр? Так точно. Никаких шансов. Не оставим врагу ничего. Потихонечку, помаленечку... Твоя смерть пришла! Люди готовы! Готов отправиться в ад! Так, нахер от пушек. Хорошо. Это было очень и очень просто. Дерево, камень, табак. Деньги мне не нужны. Починка Морриган тоже, поэтому давайте-ка отправим его в мой флот. Еще один брик. О! Теперь ты, капитан, мой друг. Хорошо. Поймаем ветер! Лучший корабль, материалов хватит! Узел развязался! Я вижу там форт. Давайте попробуем. Я думаю, мы справимся. Обрасопить рей к ветру! Поднять ли селяб? Убавляй! От ветра! А! Так это не крепость. То есть это не форт. Тогда давайте его захватим. Трави! Трави! Хорошо. Я думаю, это будет быстро. Ибо в этом месте я уже бывал. Но не как-то... Они как-то обособлены, так где-то тут с краю аж. Хотя тут разъебем, чё, первый раз, что ли? Я смотрю, тут англичане. Избегайте боев внутри логова. You have no reason to be here! You there! Stop! I have him in my mind! Вот я, парень. How rude! Hold there! I have his clear shot. He could be playing the mouse here. Am I treated? A shilling! I love money! To get out of here. Oh.
Как мне взобраться к тебе? О, так я слышу ассасин. Не, я, пожалуй, сделаю немножко по-другому. Сойди с ума немножко. Нет, не спас пацана. Ладно. Надо как-то на тот край. Сорвите флаг. Ну флаг, вот он. Так, флаг есть. Осталось только найти ассасина. Блять. Сейчас он своих просто начнет стрелять. Тут порядок. Бля, ну это не то. А вон он. Хорошо, только на него не сработает. Хорошо, по красоте разобрались. Какой-то такой непростенький форт, я вам скажу. Нихера вообще не простенький. Но мы такой нормальный кусок. Ага, вот сохранились эти точки влияния. Очень хорошо, что они сохранились на самом деле. Так, я вижу вот тут еще контракт, перехват задания. И вот здесь перехват задания. Давайте-ка туда и пойдем. Вообще хуя знаю. Ребят, я не в курсе. И покажу вам заодно вот эти перехваты заданий. Чтобы вы видели, как оно выглядит хотя бы. Потому что, по-моему, я вам это не показывал. Ну да, я же весь Нью-Йорк проходил сам. То есть, как там
в основном сайт-квест. До ваших распоряжений, сэр. Keep your promise. До ваших распоряжений. Что-то тут ассасины вообще охуевшие. Тихонечко. Эфка. Хорошо. Мой. There's nothing amusing about a display of distress. Нашел. No criminals, no fresh. But I wouldn't don't take that good. Пока вижу только одного убийцу. Вижу. Куда ж ты бежишь? Так, ну у меня есть 3 минуты, в принципе. Придется драться. Много ассасинов. Слишком их много. Вижу. Так, там драка идет. Я думаю, мне времени хватит, чтобы добраться до последнего. А вот и он. Хотите помочь с постройкой двора? Хорошо. Вот такие, собственно, квесты. Ничего особого, абсолютно. Все простенько, все узнаваемо. Мы такое уже делали в предыдущих частях. Good show, lads. We chase those. Это квесты, которые, в принципе, не особо стоят внимания, но для получения уникальных предметов я вот их делаю, например. Мне просто нравится, да? Давайте посмотрим улучшение моря. Что я могу улучшить? Лодочку могу улучшить и все. Ладно, тогда давайте собирать ресы. Вот, на пушки хотя бы или на корпус. И посмотрим, где у нас по карте есть охота. Приходите. На китов. Охота вам показать еще охоту на китов.
Хотя я думаю, она не поменялась в предыдущей части. А, не-не-не-не-не, у них же тут квест. Тогда все нормально. Начать. А вы в добром здравии? Да, благодаря Монро. Капитану. Отличный корабль, мастер Кормак. Благодарю, полковник. Мастер Гист, что вы узнали о заговорщиках и их оружии? Они скрываются во французском форте, что ниже по реке. Слишком близко, не так ли? Раз они расположились на нашей территории, скорее всего, планируют напасть. Я боюсь за неё. Согласен. Присоединитесь к нам, мастер Кормак. Да. Погибло слишком много невинных. Знаете, стоит подлатать корабль. Нет, он и так хорош, но всегда можно сделать его лучше. Я согласен. Тут неподалеку есть один французский аванпост. Прекрасная мысль. Хорошо, давайте сделаем его лучше. А еще если учесть то, что там, скорее всего, будет тьма тьмущая ресурс. Ой, задание выполнено. Хорошо. В каюте можно разобраться с заданиями или нет? Чё, нельзя? Жаль. Так, с банка заберем наши вещи. Очень жаль, что с каюты нельзя заняться флотом. Как-то это по-тупому. Ну ладно. Где этот аванпост? Понял. Капитан Кормак! Интересно, что привело туда французов? Поднять паруса. Просто заняли территорию? Это в первую очередь экономическое вмешательство. Враги колонии поддерживают преступников. Хотят подорвать доверие к местным властям. Забортом добыча, слышал, сэр. Они крадут припасы, а потом продают их в 10 раз дороже. Нихера себе. Ну да, слабого всяко обидеть норовит. Риф Барселяй, Брамс! Полковник, вы с Бистом, похоже, полны надежд. Тут вода такая. Или виски? Зачем этот мастер Корм? Вообще скептически настроен в отношении... Понимаю, но не стоит. Я всего лишь хочу, чтобы здесь было безопасно и хорошо. Странно. Я-то думал, богачи всегда пекутся лишь о выгоде. Отдать Барселяевам Брамселя! Я не богач, мастер Кормак. Деньги для меня лишь средство, а не сама цель. Ну ладно. Думаю, пора заканчивать его. Там груз корабля, сэр! Вижу. Спустить бомб Брамселя и Марселя! Меньше ход! Убавь парусов! Давайте причаливать. Ладно, причалил. Четыре сундука, одна обзорная точка, одно действие. Используйте Шинбяо. Ладно, хотите, чтобы я использовал Шинбяо, я его использую. Если получится, конечно. Ничего не обещаю. Здорово, ребята! Я думаю, вот этого пацана сначала надо рухнуть. Потом тебя. Вот ты даже и дернуться не успел, бедняжечка, да? Бывает. Погнали. А чё, тут нельзя подняться так, как я хотел? Нет? Жаль. Реально, я бы смог. По таким доскам это ж просто лафа подниматься. Ну ладно. Так и быть, игровая условность. Чё не попишешь.
Угу, я уже даже вижу, как туда пробраться. Даже два пути вижу. Ну, пойдем по короткому, я думаю. Давай, иди ко мне. Вижу я ключника. Jean et la Violette, vous allez patrouiller le côté nord. Merde, l'alarme. Vite, à la cloche! Ну пиздец. Ладно, давайте драться. А ну стой. Ключник сбежал, он еще сбежать может. Надо было его мочить просто сразу, а не выебываться с этим Шин Бяо ебучим. Я же не думал, что он может сбежать. Я думал, он будет драться. Ну ладно. Сейчас исправим. Бля. С самого начала. Ну ладно. Не важно. Использую на него этот дротик. Да и пусть, пускай они сами его убьют. Потом я их почикаю. Так. Погнали. По старым чертежам. Не дергайся. Le Fèvre, Marcelin est en train de dégueuler sa vie. Je te colle sa patrouille. Рядом. Нормально он порешал. Спасибо, что приберег для меня. Я думаю, ему было несложно. Что-то вы видели, не хотела переключаться. А давай бери. Быстрее палево же. Sors des puissants crapules! C'est toi là. И ныкайся, ныкайся, ныкайся. Пошел резать колониста. И помер. Хорошо. Не понял. А тут еще охрана есть. Ладно. Donc je me suis enrôlé pour une autre année.
надо нервничать. Табак, ткани, камень. Да вроде неплохо. Немного, конечно. Неплохо. Fais un peu attention, crétin. Allez, plus vite on aura fini, plus vite on boira d'eau. Secouez-vous, on dirait des escargots. Порядок. Вот она, эта штучка. Она как раз меня и интересует. Бля. И чё, как мне это сделать? Я что-то не понял. Ну ладно. Чё, походу её не достать. Раз такое дело, ладно. Я не думаю, что её можно подстрелить. Ладно, пора уваливать тогда отсюда. Сейчас сундучок тут заберу. А, это не здесь. Жаль. Одну уходим. Вообще никто ничего не видел. Прощальный подарок вам, пацаны. Прощальный подарок. Кстати, что у тебя есть? Давайте, может, дротики у вас есть? Дротик с наклоном или берсеркер? Или берсерка? Ладно, ладно, берсерка. Доберитесь до кают капитана, как скажете, сэр. Отлично, да. Шейн. Давай пустим эти материалы на вооружение Моррик. Что-то там не особо много я поднял, конечно. Для вооружения Морриган. Ну да. Именно об этом я и говорю. Мне нужно побольше железа и побольше дерева. О, я могу улучшать мортиры. Давай. Мощность обычных ядер давай. Ресов нет. Ну и вот так, наверное, как-то. Надо, блин, грабить военные корабли, а то пипец. Реально, ресов тупо нет. Захватите форт. Ладно. А что, у меня что-то появилось? Что аж весь корабль обновляется. Мортиры, наверное. Шикарно! Этот форт содрогнется, когда подойдет Морриган. У штурвала капитан! Корабль в отличной форме, мастер Кормак. Долго им не продержаться. Им вообще не продержаться. Пусть сопротивляются, иначе какой интерес?
Не рвитесь в битву, мастер Гист. Их в нашей жизни будет еще предостаточно. Кстати, если захватить командующего, французы сдадутся, так? Верно. Разумная стратегия. Но начать все равно стоит с их укреплений. Согласен. Иначе они уйдут в глухую оборону. Короче, сначала разъебем ихний форт, а потом разъебем, собственно, их. Двойная победа. Что там такое? Мортирные ядра. Теперь вы можете поражать врагов с большого расстояния, удерживайте КЮ для прицеливания. Это наша цель! Сбей ее, как в игре в шары! Начать лучше с башен. Огонь по башням! Это еще не все! Спустить все, кроме гротов! Пушка готова! Бли! Куда, сэр? Цель! Промазали! Промазали, да? Вражеский корабль сзади! Тендер! Французы, сэр! Их много, сэр! Бли! Бейте туда, сорочки! Только скажите, Кэп! Паруса отдать! Зал! Они дают зал! Нас зацепило! Их большие легко нас... Стреляю! Зал! Зал! Бли! Готовы! Сейчас мы вот этих они вот... Они дают зал! Огонь! Наложить. У нас пробоина! Рифить все марселя! Огонь! Подор грота! Все паруса! Бли! Слабое место! Бли! Сейчас ударим! Пушка готова! Входим! Огонь! Меньше! Бой готов, сэр! Их мортиры могут нас достать, сэр! Где долой? Еще вражеские суда! Да пофиг. Как-то немножко криво я это все сделал. Ну ладно. Форт был пипец легкий. Поймать ветер! Отдать гроты! Но я что-то натупил. Чуть целое деление не снесли Морика. Пипец. Прекрасно! Теперь за командиром! Отдать якорь! Давайте, швартуемся. В прямом бою там неравных не будет. А тут, наверное, все по старым чертежам, да? А нет. Он буш брюля ба. Залили Нет, я сюда пошел не потому, что я ссу, а потому что тут больше всякого интересного. Пойдет. Давайте драться. Ах ты чё, сука, я тебя не видел. Хорошо.
Оп. Потерял. Оп, умер. Ну давайте, подеритесь со мной. А тут в форте веселее. Ну, точнее, чем в Black Flag. Это ближайший ориентир. Давай-ка, патрончики мне. Ладно, что есть, то есть. Ух ты, мразь. Ах ты, ёп. А капитан этот тут у них сильный? Без шуток. Давайте еще фрагмент заберем. Блять. Ну это вообще победоносно. Охотник? Шей. Охотник? Как давно я вас не видел. Выполняли особое задание? Да. От Ахиллеса. Как интересно. Я тоже. Ну давай сражаться. Охотник, не вынуждайте меня делать это! Что это? Убивать? Я думал, это ваше ремесло. Можно просто уйти. Да, но тогда я сообщу братству, что вы живы. Это бой насмерть, Шей. Хорошо. Давай насмерть. Если тебе так выгодно. Че, все? Вы всегда были мастером, Шей. Вы тоже. Скажите, что вы делали на материке? Особое оружие. Ядовитый газ, чтобы отравить власти колонии. Я всего лишь посыльный. Поэтому я посылаю вас к праотцам. Но как, значит, да? Убить охотника, не получив повреждений, ну вы даете. С первого раза такое провернуть, я думаю, это не очень и очень непросто. Но тем не менее, вроде все нормально. Лагерь снабжения. Ну ладушки, ладушки. Блин, вот тут еще задание на перехват есть одно. И вот тут есть задание на перехват одно. Самое забавное, что это все, их больше нет. Интересно, какой это материк? Ага, сюда вот надо пойти сейчас. Ладно, я уверен, там мы еще побываем. Охотник был прав. Я не мог поступить иначе. Да. Если ассасины узнают, что я жив, они придут за мной. Ты думаешь, я против? Я готов драться. Не знаю, как ты, Шей, но я готов их убивать. За то, что они сделали. Ну кораблик уже такой. Порядочный. Пока ты был занят захватом форта, я набрел на эту сокровищницу. Ну надо же.
Это было то еще приключение. Ну, в любом случае. В числе прочего, я нашел карты с детальным описанием французских торговых маршрутов. К чему ты все это, Гист? Я подумал, их можно использовать, чтобы помочь королевскому флоту и нашим кошелькам. Карты я отнес в твою каюту, если решишь использовать. Окей. Что за карты? Я думаю, это флот Кормака как раз. Ну да. Я просто стал его направлять прямо с убежища тамплиеров. Захваченный корабль по имени Химера. Да, я согласен, я хочу его. Успех, успех. Так канонерка, блин. Успех. Штурвал адмирала Леона. Круто, мне нравится. Так, Флорида. Давайте починим. 95. Герцога тоже починим. 95. 100% у Химеры. Теперь у меня Санта-Луиза и Химера. Два брига, две канонерки. Блин, мне не хватает грузоподъемности. Или что это такое? Что это за характеристика такая? Пока не могу, значит, этого выполнить. Давай, Химера, твое первое задание. В саванну, я думаю, можно направить и канонерки. И вот остается только вот это. Но мне не хватает вот этой характеристики, я не знаю, что это значит. Не совпадает требования. Ну и хер бы с ним, ладно. Еще 3800 получили. Давайте-ка поставим новый штурвал. Внешний вид. И носовые фигуры. Лицевая фигура Морриган, Авелин, черная тень, офигенный штурм, слоновая кость тоже крутой, особый штурм, сорвал Аквиллы, черные бороды, секундочку, ну-ка, я бы взял себе вот такой вот даже штурвал, хрен его знает, Аквиллы говно. Джеймса Кука какой-то он штучный. Он не очень красивый. А вот штурвал Галки ничем не нравится. Стандартный штурвал Морриган говно. И вот этот вот то, что выпал нам. Не знаю, мне этот больше нравится, штурвал Волк. Посмотрели. Хорошо. Отчаливаем. Капитан, полковник очень благодарен тебе, Шей. Он вернулся в Нью-Йорк. Но ты встревожен? Ты думаешь иногда, верно ли ты поступаешь, Гист? Тот ли путь ты выбрал? О, бывало такое, но все это в прошлом, мой друг. Еще до встречи с полковником. А к чему вопрос? Французы вторгаются на наши земли. Пора их выбить отсюда. Конечно. Ты прав, Гист. Вернемся в Нью-Йорк. Есть. Нью-Йорк, да? Значится в Нью-Йорк. А куда это? В какой стороне у нас Нью-Йорк? Бля, я хочу посмотреть,
тут лагерь снабжения. Давайте туда сплаваем. Не хочу. Там понты по-любому. В воде груз, Кэп! Держись! Не-не-не-не. Ветер крепчает! Чувствую. Поворачиваю. Спустить брамселя и бомбрамселя! Грот к ветру! Брамселя убрать! От ветра! От ветра! Реставрация одна, сундук. Ладно, сейчас разведаем, заодно посмотрим. Что тут есть, кстати, по карте? Такой нормальный островочек тут. Ладно, сейчас заодно его откроем. Хер знает, что нас тут ждет. По итогам. Жду ваших распоряжений, сэр. Сколько ты хочешь? Ладно, на. Еще немножко прибыли. Хорошо. Только французы, короче, тут. Это какая-то шахта. Читы какие-то, здорово. У ассасина, оказывается, еще можно играть с читами. Хера себе. Я помню, только второй ассасин проходил с читами там. На Армане сломал себя. Потому что, чтобы накопить эту херовую тучу денег, это был пипец какой-то. Может, есть там что? Давайте посмотрим. Конечно, есть. А, тут есть этот сам, тут есть тотем. Кон. А, это не тотем. Да, блядь, не то ты делаешь. Вот это было шедеврально, кстати. Мне понравилось. Как, лицо не болит, Шей? Надеюсь, что нет. А можно как-то поровнее прыгать, а? Вот, спасибо. Не достаешь, да? Здорово, что-то очень полезное явно. Так, ну все, тогда уходим отсюда. Шей. Ничего тут особо такого нету. Сейчас пойдем и посмотрим, что это за пути снабжения там. А то хотелось бы знать. Дикое место, вообще не освоенное. Опустошите сундук. Там можно драться, значит. Он будет плюс лаба. Хорошо. Да не пиздюляш, это не пиздюляш. Серьезно тебе говорю. Блять, чуть не вышел. Ah!
блять, не смешно. Я просто не хочу вступать в открытый бой, потому что там по-любому есть капитан. Иди сюда. Ну, это же не капитан. Говно какое-то. Думал, это капитан. Чё там мне прикатило? Реалы, дерево, металл, ткани. Такое. Не сказал бы, чтобы прям особо-особо полезное. А ладно. Я думаю, отсюда не стоит прыгать. Хотя... Легальный чит. Можно спрыгивать с любой высоты, если под тобой будет чувак. Ой. Ой. Тут боберы. Давайте драться. Вот и все. Хотя сказать, тут биберы. Бобры. Есть тут еще что-то стоящее моего внимания? Карта есть. О, подожди. Что это такое? Охотничьи испытания. Бляха-муха. Давайте сбегаем уже. Все-таки на конец этой серии. Бобер. Давай-ка. Шкурку сюда. То вы медленные какие-то. Еще один бобер. Я вообще всех животных привык ловить в этой части, по крайней мере, на Шинбяо. То они такие немощные перед ним, что пипец. Давайте на выход. Тикс. Еще какая-то карта. Хорошо. Замечательно. Там в Нью-Йорке был какой-то клад, но я его так и не нашел. Что-то времени не было. Так, 4000. Как вы видите, деньги просто текут рекой. Если поначалу еще были какие-то проблемы с деньгами, то уже все. То есть бизнес налажен, деньги текут. Давайте выполним какое-то охотничье испытание. Что надо делать? Добудьте как можно больше заячьих шкур за определенное время. Ах ты твою мать! Где он? Куда побежал? Сука. Так. Вижу там еще один. Есть.
Хорошо. Видите, как все просто с Шинбяо-то. Только как-то странно, оружие тут нелогично дается. То есть, если вы замечали, то в третьей части, в Бразерхуде, да, даже во второй части там. То есть, мы находим какие-то чертежи, и потом только получаем оружие. Да, если во второй, в третьей части нас, например, учили, как пользоваться Шинбяо там, то просто вот она у нас появилась в инвентаре. Теперь. Так же самое и в Black Flag'е. Нас учили пользоваться там мортирами и, например, теми же, как они называются, вылетел из головы, как эти пушки называются. Вот. Но тем не менее, нас учили, а тут они вот просто появились. Ебать. Корабль, ты чё? Давай как-то попроще, ага. Хера себе дерзкий какой. Так, ну чё, поплывем, пожалуй. В Нью-Йорк? Давайте только отправим сейчас сразу флот мой на новое задание. Флот Кормака. Успех, ну конечно же. Конечно же. Это шхуна, а не канонерка, я ошибся. Простите, знатоки морского дела, но так и быть. Ничего со мной не поделаешь. Нихера себе, за 20 монеток буду тебя чинить. Ладно уж таки быть. Док свободен. Давайте-ка еще один док купим. А еще кораблики захватить. Чинить все, короче. Да. Хорошо. Что ж, дорогие друзья, давайте-ка уже, собственно, в Нью-Йорк поплывем в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Вот такая вот получилась серия. Не особо мы бегали по сюжету. Я вам в основном рассказывал, чего я добился на сегодняшний момент. Вот. Морриган, в принципе, очень хорошо себя чувствует. Осталось только докопить ресурсов и улучшить ее уже на фул. В следующей серии, если у нас будет какая-то свободная минутка, то, собственно, займемся мы охотой на китов. Ну, то есть, поохочусь, покажу вам, как это делается, и сам посмотрю заодно. Потому что хочу, да? Это аспект все-таки игры. Всем спасибо, дорогие друзья, за просмотр. С вами был Марс. Всем спасибо. До новых видео. Всем пока.